есть несколько основных отличий, допустим. Я что-то боксист, значит, могу сравнить. Вот. Значит, прежде всего тем, что здесь глубокая модуляция планеты. Извините, отвлекся. Вот. То есть у обычного кабла это до 9 кВт, здесь до 3 кВт. Ага, глубокая ниже падает, понятно. Да. А дальше, значит, здесь тем, что не надо настраивать тепловую мощность по контуру отопления, он сам адаптируется по той тепловой мощности, которая у вас есть. То есть за счет чего? А то, что по датчик температуры он меряет именно как раз скорость изменения, скорость нагрева. Девиацию, скажем так. Да. Вот, и, соответственно, подбирает ту, которая вам необходима. Вот, дальше. Сброс ошибки Е01. Допустим, низкое давление газа. Вот, если у других капов надо сделать ресет, вот, соответственно, вот, здесь, он, пока есть электричество, всегда сбросит вот эту ошибку. Не понял, сам сбросит? Да. А если, ну, скажем так, какой-то фактор, он несколько попыток сброса сделает? Пока или? Есть электричество, пока есть электричество в сети, через 15-20 минут он будет сбрасывать ошибку Е01. То есть он сам ее исправит? Да. Он получается, ну, будет делать, допустим, повторные попытки запуска. Повторные попытки запуска, да. То есть дали давление газа, газ нормальный, хоп, он сразу включился. Это ошибка. Ну, в принципе, решение, да. Какие-то, ну, скажем так, система антизамерзания, это 100%, это сейчас... Система антизамерзания, значит, здесь две. Это, соответственно, ниже 5 градусов. И когда уже холодный котел тащили, показывает датчик 2 градуса, да? Да. Значит, висит ошибка. Говорит, ребята, прогрейте мне плату, что я холодный. Да. Что мне надо... Конденсат, в принципе, лечится, я так думаю, нагревом датчика. На плате конденсат образовался. Здесь отличие... Битермик или... с двумя тепломинками. Ага. Битермический два тепломинка. Так, тогда вопрос все-таки туда возвращаемся. Что у нас по вообще обвеске? А, ну стандартный трехходовик. Ну, стандартный, просто я хочу показать газовый клапан, потому что у меня 845-й титовский. У нас уже такое чувство, что надо тут с отвертками своими ходить по стендам. Я просто где-то посеял, тоже кому-то отдал, и все. Сам технарь, все сапожник без сапог называется. О, по-моему. Раньше были отвертки эти рекламные всегда. Ага. Сейчас, ну, это да. Сейчас мячики. Сейчас одни мячики, да, я мини покрутил. Я так понимаю, газовый клапан – это что-то такое аналогичное, значит, корейским производителям. Значит, смотрите, газовый клапан – это лицензия японской, помните, на Ринае, да, старый Ринае он стоял. Да. И вот он стартал в Газлюксе, вот, и во всех, так сказать, этих котлах. То есть вот они делают его по лицензии. Как же живучесть катушек, так, из опыта? Или это котел очень новый? Нет, я хочу сказать так, что брак именно по газовым клапанам мизерный. Мизерный, да? Просто, ну, скажем вот, так. Если даже те же ситы 845 сравнить, вот это прокатилось, вот эта вот катушка, которая выходит из него. Исходя из отсутствия, так сказать, возможности добраться до катушки модуляции, я так понимаю, все настраивается электронно? Да. Значит, вытащили, это сам поставили манометр, влезли в настроечную таблицу, вот, и, соответственно, по настроечной таблице. Манометр тоже только электронный, да? Да нет. Да нет, можно... Не, это... я имею этот манометр гидравлический. Нет, это тот самый электронный. Да, он же сразу и по минимальному давлению датчик. А вот, кстати, интересный, значит, момент. Здесь, ребят, сейчас скажу. Значит, он показывает у нас три давления. Когда давление низкое, ниже 0,5, значит, котел сразу не запустится, он будет мигать, там
и, соответственно, там зубер может включить, и там будет это самое. Дальше. Должен включиться циркуляционный насос и поднять давление на 0,1 атмосферу. Здесь, получается, у вас стоит насос, в принципе, все видно, да, насос стоит перед датчиком и виден этот выбег насоса. Да, все же давление, вот этот скачок он должен сделать. И третий реперный, это когда уже давление 2,8 атмосфер, то есть он тоже показывает, что уходит в ошибку, говорит, ребят, у меня давление большое, разбирайтесь. И он выключает горелку. Да, выключает горелку. Ну, скажем так, аналог, я уже, честно говоря, голова забита, забыл, на каком из стендов мы видели. Ну, понятно. Вот это три реберные, как говорится, точки, по которым проверяют эту самую. Бронза, ну, скажем так, стандартная европейская. Латунная, значит, две группы, вторичный теплообменник, что тут еще, реле, ну и стандартные вентиляторы. Сервопривод тоже стандартно. Насосы все сделаны китайским производителем. То есть вот этот завод Гуанчжоу, который мы представляем, да, они берут разных производителей и, соответственно, собирают его. Это выставочный вариант или так и сделан у вас штуцер для накачки? Штуцер, смотрите, ребята, значит, это первая модель. Вот там, если посмотреть, то штуцер выведет на по панели, да? Да. Это самое. И то же самое и здесь. Там стоит штуцер внизу для статического разработки. Ну это аквариус, это я бы сказал, или это он уже есть? Вот и есть аквариус. Битермик. Ну спасибо вам огромное. Да не за что, пожалуйста. Возьмите меч.